Всем привет, мои хорошие, с вами Аки Эмили, и сегодня мы опять с вами снимаем мукбанг. Сегодня будем кушать киви, здесь ровно 1 килограмм. Если честно, я представляла себе, что 1 килограмм киви будет выглядеть как 2 таких подноса, но на самом деле все не так уж радужно. Я просто обожаю киви, и вы знаете, я могу съесть не только килограмм, могу съесть 3 килограмма, это просто прям любовь. Я думаю, что это видео получится супер короткое, потому что я супер быстро все это скушаю. Килограмм у нас здесь стоит 2,20. Прежде чем начать с аппетитом кушать, я бы хотела рассказать вам про одну из моих подписчиц, которая занимается Фаберликом. Она мне подарила парфюм. От Рената. Я вообще, как вы знаете, очень люблю косметику, парфюмерию от Faberlic. Я безумно рада этому подарку. И точно-точно такой же подарок можете получить и вы. Обязательно переходите на ее инстаграм. То есть парфюм стоит около 60 манат. И получается, что парфюм вам достается в подарок. Она просто замечательный человек. Реально, таких людей очень мало. Доброй души человек. Я вам в инстаграме подробно рассказывала. И, к сожалению, ее инстаграм заблокировали. И сейчас мы создали для нее новый инстаграм. И он в инфобоксе, переходите. Это просто лучшие цены. Если вы, например, дома, у вас нет возможности выйти, например, искать работу, вы можете заняться Фаберликом. Например, шампунь у них стоит по 2 маната. Мы сейчас заходим, например, в магазин и выбираем себе шампунь в магазине обычном, продуктовом. Дешевле 4 манат нормального шампуня, например, нету. А в Фаберлике все это есть. То есть удобно, без... Трата большого количества времени, вы можете обратиться к Джамиле, я ее и номер оставлю для вас в инфобоксе, ее инстаграм оставлю, обязательно подписывайтесь, во-первых, супер цена, во-вторых, вы сами тоже можете заняться этим и получить вот такой вот парфюм за 60 манат абсолютно бесплатно, реально советую вам, девчонки. Вообще, на самом деле, она хотела просто так мне подарить этот парфюм, но реально настолько хороший человек, настолько приятный человек, что я решила рассказать о ней и вам. Ссылочка внизу. Вообще, я всегда за работу. Для людей, которые хотят работать, хотят развиваться. То есть все получается. Просто настолько легко. Здесь у меня, кстати, стоят цветы. Они уже завяли, их нужно убрать. Как-то в комментариях я видела, писали. Девчонки, что как мило, до сих пор цветы стоят. Да нет, девочки, они не стоят, они просто уже высохли. И просто их нужно убрать. Кстати, я решила, что на iCook теперь... Я буду сама снимать видео, потому что у мамы в деревне дела затянулись, и получается, что они с папой приедут, скорее всего, через неделю, а может быть и еще позже. Я просто не могу столько ждать. И вы знаете, есть такие рецепты, которые я всегда готовлю почти каждый день. Какие-то простые завтраки и так далее. Я решила, почему нет. Мы купили штатив, который вы видели в моем инстаграме. Как только я что-то покупаю, кстати, выставляю в инстаграм, поэтому подписывайтесь. Я подумала, поставлю штатив.
И почему бы нет? Можно даже в конце как-то дегустировать или в конце мукбанг. Как бы помочь маме. У меня есть идея такого классного завтрака. Вы просто все офигеете. Как раз завтра сниму. Не знаю, когда смонтирую. Вообще у меня вот сегодняшний день, вчерашний день, это просто, знаете, взрыв мозга. Я, кстати, купила телефончик себе, хотя вы, наверное, уже видели видео. Это iPhone 11. Вот буду для вас влоги снимать на него. Рада, конечно. Купила не в кредит, налично. Вы знаете, я так раскинула мозгами. Вроде магазины все кричат: беспроцентный кредит, без переплат. Сейчас возьми, через 3 месяца отдашь, потом отдашь когда-нибудь. На самом деле все не настолько просто, как кажется. Во-первых, понятия как беспроцентный кредит, мне кажется, в Азербайджане нету такого. Уже все включено в стоимость изначально, на мой взгляд. И потом, вам до этого магазина нужно доехать каждый месяц, правильно? Это еще и деньги на дорогу и обратно. Это опять же лишняя растрата денег. Я предпочитаю всегда купить, например, то, что я хочу, пусть на 4 месяца позже, но зато налично. Это, конечно, не всего касается. Например, квартира. Ну вот как ты налично накопишь за 4 месяца? Никак. Поэтому какие-то вещи недорогие, как телефон, не знаю, кондиционер, телевизор, вот что-то, на что можно накопить, мне кажется, лучше сразу купить налично. Хотя кондиционер, я тоже подумываю, что вот сюда кондиционер, а в гостиную можно взять и в кредит. Вот. Такие вот дела, ребята. Также сегодня заплатила за все коммунальные. У нас вечная проблема. Отключили телефон. Почему? Почему? Потому что не заплатили. Сколько стоит оплата телефона? 80 рублей. Почему нельзя заплатить сразу за год? Я заплатила где-то на 4 месяца вперед, чтобы уже не запариваться. Вроде мелкая сумма, ты про нее забываешь. И получается так, что остается это. Раньше, кстати, я всегда заботилась о том, чтобы дома было заплачено за интернет. Но после того, как у мамы появился сенсорный телефон, это что-то, ребята. Она просто так запаривается по этому поводу. Уже 1 числа мне говорит: Айка, нужно заплатить за интернет, а то его отключат, и мы с тобой один день будем сидеть без интернета. А раньше-то я всегда говорила об этом, и вам всем было пофиг. Кстати, ребят, скорее всего, 2 килограмма съесть не получится, потому что уже когда я кушаю, немножко язык щипит как будто. Ну ничего, мы будем кушать пока что этой стороной. А, придумала. Как же вкусно. Я помню один раз, у меня подруга Лалочка, она купила себе утюжок в кредит, и каждый месяц нужно было платить около, не знаю, ну 200 рублей, так скажем, да, условно. Ну, короче, очень маленькая сумма. И она каждый раз ходила, и потом в конце, когда заплатила до конца, она мне сказала, что это реально бред. Ты думаешь, ой, не чувствуется, всего 2 доллара нужно заплатить.
Ну, то есть за кредит, да? И как бы это не будет чувствоваться, да возьму. Просто потраченное время, иди, отдай этот кредит, потом вернись. Как вкусно. Я очень хотела взять в кредит камеру, когда я была, наверное, на первом курсе. Я ее покупала не потому, что в то время мне нравился кредит. В то время реально не было денег, чтобы купить вот камеру. И мне не одобрили нигде кредит. А купить за полную стоимость денег не было. Я помню, что я ходила по этим огромным магазинам техники. Проходила, наверное, штук 5-7. И нигде мне не одобрили кредит. Я настолько расстроилась, прям аж вот до слез расстроилась. Знаете, когда вы очень сильно устали от чего-то, вы что-то хотите новое сделать, но у вас это не получается, например, да, есть какие-то преграды, и ты все стараешься, и в какой-то момент ты прям резко так устаешь и начинаешь реветь. Вот у меня такой вот момент был. А зачем мне нужна была камера? Я хотела снимать видео для YouTube, когда училась на первом курсе. Я не хотела снимать на телефон. Я всегда... Короче, вообще... Как будто буквально вчера это было. Я помню это свое состояние. В чем суть сегодняшнего видео? Всегда стремитесь к чему-то. Даже если у вас на руках ребенок, верьте в себя. Начните чем-то заниматься. Да тут же Фаберлик. Люди очень хорошо зарабатывают на этом. Все равно вы покупаете шампуни, не знаю, порошки и так далее. Вы можете это покупать от Фаберлик и еще продавать родственникам, знакомым. И зарабатывать с этого хорошие деньги. Подробно вы все можете узнать у Джамили. Ее контакты я вам оставлю. И не имеет значения, в какой стране вы живете. Джамили очень хорошо говорит по-русски. Все вам объяснит, по полочкам разложит. Поэтому не стесняйтесь, обращайтесь. На этом все. Всем желаю удачного дня, приятного аппетита. Всем пока.